Бальнеологическая составляющая Мамисона обеспечит всесезонность курорта и создаст качественно новый оздоровительный туризм в республике. К такому выводу пришли специалисты. Мамисонский участок углекислых минеральных вод изучили пока не так детально. Основной акцент сейчас сделан на тип, потому что он фактически готов к использованию. Алана Тамаева подробнее. Бальнеологическая составляющая Мамисона также важна, как ее горнолыжный профиль. Именно она обеспечит всесезонность курорта и создаст качественно новый оздоровительный туризм в республике. Как отмечают специалисты, географически гидроминеральная база Мамисона делится на два участка. Это Типское и Мамисонское месторождение минеральных вод. Тип – это уже подготовленная к освоению гидроминеральная база, а еще она разделяется на два вида. Это два типа абсолютно уникальных углекислых вод. Это тип 1. По своему терапевтическому эффекту это аналог всех и всем известных боржоми и бжни. И это тип 2, аналог нафтуси трусковецкой, которую тоже знают во всем мире. Только в отличие от нафтуси, эту воду можно транспортировать, она поддается хранению. За счет чего? За счет того, что она содержит в своем составе естественный консервант. Мамисонский участок углекислых минеральных вод пока изучен не так детально. Там на сегодняшний день гидроминеральная база подготовлена не для эксплуатации, а для следующего этапа геолого-разведочных работ. Первую их стадию поисково-оценочной работы уже провели. Чтобы говорить об освоении Мамисонского участка, нужны результаты следующего этапа геолого-разведочных работ. Он предполагает бурение скважин. Что нам сказали геологи, проведя вот эту самую начальную поисково-оценочную стадию? Они сказали, что здесь, да, есть тоже очень ценные углекислые воды, которые по своему терапевтическому эффекту схожи с дарсунскими, с кисловодскими нарзанами. То есть содержание вот этого опять нашего ценного компонента углекислоты, оно превышает намного терапевтическую границу, что дает ей очень широкий спектр использования и для наружного применения в качестве ванн и наружных процедур. Специалисты подготовили концепцию видения бальнеологии курорта Мамисон. Основной акцент сейчас сделан на тип, потому что он фактически готов к использованию. В эскизе уже подготовлен санаторно-гостиничный комплекс и соответствующая ему современная инфраструктура. На Мамисонской площадке видение концепции разделилось на два этапа. В первую очередь там планируют создать питьевые галереи. И только после завершения всех геологоразведочных работ специалисты смогут приступить к проектированию второго этапа. Алана Томаева, Хетагапоев, Новости Осетии.